все. Угу. Так, да, значит, лучше всего с подлежащего сказуемого начать. Ну да, значит, здесь местоимение в начале, са. Так. Так, ну это... Как, давайте вспомним, что это за местоимение элементарного, Ватсон, да? Что это за местоимение, какого рода? У меня вылетело с головы, но это указывающее на предыдущее, как бы, как это называется? Анафорическое. Анафорическое местоимение. Нет, оно не указывает, оно отсылает, отсылает нас... к предыдущему, да. Да, то, о чем вот к тому, о чем только что говорилось, да, угу, не путать с указательными местоимениями. Не вот са, не вот этот вот, а вот ну, этот, в смысле, о котором шла речь. Да, значит, так, этот он, да, этот в смысле упомянутого. Угу. Потом тут паровоз, но вначале там видно, что это перфект идет. Так. Ча-ча, да? Да-да-да, потому что удвоение корня ча-чала. Так. Так. А потом... Вы сразу же нашли подлежащее, либо часть подлежащего и сказуемого, потому что mm-hmm. перфект может быть только сказуемым. Давайте посмотрим, что еще здесь кандидатом может служить на роль подлежащего. Ну, тут еще есть в конце причастия. Да. Точнее, это композит, да. Ну, одной из частей, которых является причастие. Вот капипидитах. Капипидитах. Ачалах еще есть. Вот, ачалах. Что такое ачалах? Ну, это неподвижный, в принципе, но это, дословно, я не знаю, причастие. Что? Дословно это значит неподвижный. Так, неподвижный, ачалах. Угу. Что это обозначает? Ну, гора. Да. Гора, да. Да, 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 да. Да, ачалах значит гора. А вот с точки зрения морфологии, что это такое? Ачалах. Нанитатпуруша. Нанитатпуруша. Все понимают, да? Отрицательный татпуруша. Да, который это... приставка. А как помните, давайте вспомним. Вот формула анализа. Мы сегодня говорим так много о формулах анализа. Давайте вспомним, как анализируется нанитатпуруша. Ачалах. Помните о брахманах? Mm. Да? Ну, кто-нибудь помнит? Настя. Просто начало. Началати. Началати ити ачалах. Началати ити ачалах. Вот такая будет... То есть это у Попада? Нет, это не... Это нет. А почему началати? Почему не просто началаха? А, да, наверное, у Попада, да. Чала, да, потому что чала, конечно, наверное, это... первичное крит образование. То есть, ну, это, с одной стороны, нанитатпуруша, но она же и упапада, наверное. Да? Потому если что... чалах есть, то тогда началах асти, наверное, так? Нет, это всегда, это чалах, а, ну, чалах как чалах подвижный. Да, да-да-да, ну, и подвижный, да, неподвижный. То есть, чала есть, который, что это такое, это ганапачади. Надо посмотреть, я наизусть не помню, что это за гана. Moving, trembling, shaking. Да, ну, moving, is not moving. Но в любом случае, вот она не будет... Да, то есть можно это понимать как, не как упападу, а все-таки как такое, как прилагательное. Но это будет вот не совсем, это не асвапада виграха. Начало ты и ты ачала. Вот так скорее комментатор. Ну, здесь комментатор такой ерундой не занимается, да. Ну, в общем-то, да, это всем индийским ежикам понятно, что это вот начало ты ачалах. Да? Это не просто будет не ачалаха. Да? Это была бы свапада виграха, было бы ачалаха, но нанитатпуруша так не анализируется. Да? Да. Начало ты ачалаха. Ну, то есть это нанитатпуруша, прилагательное, которое лексикализировалось и стало существительным. Просто означает, и с точки зрения, ну, если очки литературоведа надеть нам одновременно с очками грамматика и студента, мы это назовем, что это кеннинг, да? Так же, как падапа, да? Да. Или двипа, допустим. Это все кеннинги, да? Это особого типа эпитеты. Да. Во всяком случае, это значит просто гора, да, гора Ачалах,
И вот эта гора, упомянутая гора Чачала. Да, ну там перевод есть, что, может, задрожала или подвинулась, или двинулась. Да, задрожала, либо дрожала. Да. Угу. Так. А, и дальше что у нас? А потом идет Ча и Ащу. Ащу. Да, так вот, непонятно, как Ча здесь, но это И же, то есть это соединительный союз. Чачала, Ачаласча, Ащу. Ну, в принципе, это соединительный союз, но открою вам тоже такую страшную тайну, страшный секрет Полишинеля, что вот эти все союзы, они очень часто используются. Ча, Вай, Ту.